Партнер рубрики «Нотариальная палата Пермского края». Нередко в услуге нотариуса нуждаются граждане, которые в силу состояния здоровья не могут самостоятельно прийти в контору. Ситуации бывают разные. В этом случае специалиста можно вызвать, как это принято называть, на дом. Выезд может быть запланирован не только по месту жительства клиента, но, например, в больницу. Среди нотариусов существует распределение нотариальных действий по улицам и по первым буквам фамилии граждан. Узнать, кто именно к вам приедет, можно, позвонив в Нотариальную палату Пермского края, либо уточнить данную информацию в любой нотариальной конторе. Процедура совершения нотариального действия вне нотариальной конторы достаточно проста и должен соблюдаться порядок совершения нотариальных действий. Первое – это установить личность. Нотариус должен. Личность устанавливается по паспорту, и гражданин должен отвечать адекватно на все вопросы, которые задает нотариус. Если в связи с болезнью человек ответить не может, а лишь, например, кивает головой, нотариус не может считать данный факт достаточным для совершения нотариального действия. Нотариус выясняет дееспособность гражданина. Дееспособность гражданина выясняется в ходе беседы с этим лицом. Нотариус задает вопросы, и гражданин отвечает на эти вопросы. Бывают случаи, что вызывают сомнения дееспособность гражданина. Что делать в этом случае? В этом случае нотариус может запросить медицинскую справку о психическом здоровье гражданина. Лицо, которое не владеет русским языком или является глухонемым, должно в обязательном порядке пригласить переводчика. Подпись на документе, а также ее расшифровка должны производиться лицом самостоятельно. Бывают ситуации, когда гражданин отвечает на все вопросы, но ввиду болезни подписать документ не может. В этом случае за него документ подписывает специально приглашенное лицо – рукоприкладчик. И может быть любой незаинтересованный человек, не родственник. Часто в этом качестве выступают соседи. Рукоприкладчик с паспортом приходит, и вместо этого лица в его присутствии, в присутствии нотариуса, по просьбе этого лица проставляет свою подпись, фамилию, инициалы на документе. Кроме этого, еще и в реестре у нотариуса. При совершении нотариальных действий вне конторы нотариус оказывает не только квалифицированную юридическую помощь, но также психологическую и моральную поддержку.